В Жанакурганской аграрно-индустриальной зоне идет сбор первого урожая. Здесь планируется создание кластера. Подробности в материале нашего корреспондента Айгуля Хановой. Это первый урожай земледельцев аграрно-индустриальной зоны. Пока в области это единственная площадка, где предприниматели освобождены в течение года от уплаты аренды на землю. Помимо растениеводства, здесь можно успешно развивать и животноводство, птицеводство, так как созданы все необходимые условия. Кайрат Джапаров – один из 12 первых земледельцев аграрно-индустриальной зоны. Работает пожарным. В этом году впервые взялся за новое для себя дело – растениеводство. Вместе с родственниками на 2 гектарах посадили картофель, тыкву, арбузы, дыни. Урожай получили хорошие, и запасы на зиму сделают, и немалый доход уже получают от реализации даров природы. Никогда не занимался растениеводством. Спрашивал, научился. Еще 3-4 родственника мне помогают. Собираем урожай. Это земля кормит не одну семью. Хочу дальше ее возделывать и посадить яблоню. Здесь в предгорье хорошая почва. Мы благодарны руководству района за создание агрозоны. На сельхозярмарках реализовали арбузы, дыни. С 2 гектаров большой урожай и на семью, и на продажу достаточно. Это хорошее начало. Самостоятельно с арендной платой и с другими расходами не каждому под силу начать такое дело. Площадь аграрной индустриальной зоны 52 гектара. Территория полностью огорожена. На днях подведут электричество, затем и газ. Поливная вода поступает стабильно, самотеком и с впадины. Руководство района планирует создать дополнительные резервы для обеспечения поливной водой. В следующем году здесь намечено строительство овощехранилища. В будущем – создание кластера. Первое – это выращивание, второе – это хранение, третье – реализация и переработка. То есть у нас план такой. Сейчас изучаем узбекский опыт, украинский опыт, очень хороший опыт. Они выходили уже с переработанной продукции на российский рынок. Мы как бы тоже находим уже каналы, мы даже сейчас договариваемся, чтобы на следующий год у нас продукция вся максимально на экспорт уходила. Беспрецедентный проект набирает обороты. Выражает заинтересованность не только жителей других районов, но и соседней области. В этой связи площадь агрозоны планируется увеличить вдвое. Айгуля Ханова, Талгат Сыдыков, Канат Махамбетов, телеканал «Казахстан», Кызылорда, из Жанакурганского района.